Всем привет! Купил вот такие брызговики. Задние, передние. Буду ставить. Здесь протер, сейчас откручу два винта и клипсу вытащу. Такой звездочкой на 20. Открутил тут все. Сейчас брызговик там. Ну вот отверстия совпадают вот эти вот. Вот эти. Вот дальнюю придется рассверлить под этот, под пистон. Рассверлил отверстие сверлом на 10. Сейчас будем ставить на место это все. И вот так вот смотрится с этой стороны. Другую сторону показывать не буду, как делать, заднюю еще покажу. Открутил колесо. Здесь вот сколько отверстий. Совпадают вот три винта. Вот этот два.
выкручу их, вот этот и еще вот этот, он не совпадает. Просверлю отверстие в брызговике, еще одно, чтобы было вот 4 заводских винта. Час позже. Наживулил саморезы. Вот просверлил отверстие здесь в брызговике на родной саморез. И один саморез вот сюда. Сейчас прикручу, покажу, что получилось. Ну все, сделал. Просверлил отверстие, болтик поставил с гайкой. Потому что это пластик тонкий, саморез не держится. Так вот грязь или что-нибудь, снег будешь очищать, вылетит. Здесь зазор хороший такой. В общем, вот так. Материал такой вот. Резина такая. Мягко, как будто резина с пластиком. Такой достаточно мягкий. Не знаю, как зимой будет. Сдубеет, наверное. В общем, всего одно отверстие тут в брызговике просверлил. Ну и здесь в пластике. А так легко все ставится. Ничего сложного нет. Самые дешевые брызговики. Что еще сказать? Дальше покажу, как полностью смотрится. Ну, вот так вот смотрится. Даже лучше смотреться машина стала как-то, на мой взгляд. На этом все, видео закончено. Кому был полезен этот видеоролик, комментируйте, оценивайте, подписывайтесь на канал. Всем пока.